приветик. У нас похолодало. Холодно. Надлетает снежок. Сегодня уже второй день. В субботу ночью был такой побольше. Была белая травка. И сегодня вот с утра снежинки надлетают, надлетают снежинки. Зима начинается. Короче, мы ходили опять на классы с подружкой, с Шер. Пошли один класс, хороший был с утра, нам понравился. Бар-скалпт. Молоденькая девочка вела, было нас человек 10, но такой был контингент, не старые, но так были и помоложе. Девочки до 50, но мы с Шерон, наверное, были самые старые. Нет, была женщина старше нас одна. Так, было нам интересно, приятно было, не было сильной нагрузки, хотя чувствовалось, конечно, с непривычки, что это класс не для каких-то там... Sorry. И, ну, прошли мы его, окей, и потом пошли на следующий посмотреть еще один класс, Joyful Fitness. Ну, вот туда мы попали... Ошиблись адресом, как называется. Старушенцы. Всем, которым за 60, далеко даже некоторым за 60-70 лет. И точно такая же ведущая. Коуч, типа учитель, тренер. Бабулька включала музыку еще ту свою, видно, допотопную. Сама танцевала, что она хотела, что она помнила, наверное, со своей молодости, какие-то там танцевальные па. Короче, трудно было войти. Она быстро меняла, во-первых, позиции, быстро меняла темп. И, короче, Шерон моя, как всегда, сидела. Она сказала, что я не танцор. Я попробовала, но до конца я тоже не высидела. Я сказала, что мне нужно идти, что у меня паркинг заканчивается время, что мне нужно идти. И я ушла. Было, конечно, неудобно, но было так нудно, как они тут говорят, boring, такой был boring. Все эти бабушки, старушенцы эти, все пришли, пропахшие такие нафталином. Вот у меня ощущение нафталин, что это старость. Они все достают свои одежки из шкафов, где там понапихивали нафталина, чтобы не пропала одежда. Вот это даже и тут есть. Я что-то когда-то думала, что... Старость здесь не пахнет нафталином. В Греции я когда-то тоже работала, там то же самое. Все старушенцы пахнут нафталином. Я не знаю, может придет время, и я буду когда-то пахнуть нафталином, я не знаю. Но было вот такое какое-то ощущение. Было ощущение, вот не туда попали. Короче, больше туда не пойдем. Ну, если ты не пойдешь, не узнаешь, не проверишь, ты и знать не будешь, как же можно узнать? Что нравится тебе это, не подходит тебе это. Ну, не знаю. Посмотрим дальше. Завтра зумба. Послезавтра тоже, по-моему, есть зумба. Ну, вот такие классы. Двигаться, двигаться. Ну, Шерон такие не любит. Вот в одном мы с ней не подходим. Что она не любит танцы, она не любит под музыку ничего. Ну, окей, посмотрим, что будет дальше. Может, что-то еще найдется такое, которое общее для нас будет... подходящее. Я надеюсь, что будет все хорошо. Все, на этом все. Ставьте лайки, кому нравится. Кому не нравится, сори. Бай-бай. Подписываемся. Будет еще много интересного.